Ой. Котик! Привет-привет! Привет! Зайка, а ты расскажешь нам, что ты сегодня хочешь показать? Показать. А что это такое? Да. А что внутри, как ты думаешь? Что там нарисовано? Мини-то-то! Да, у нас вот такая вот подарочная упаковка с Макси Киндером внутри. И судя по тому, что нарисовано, там должна быть одна фигурка из коллекции «Черепашки-ниндзя». Вот, это пасхальная коллекция, потому что она так красиво украшена в подарочной упаковке. Короче, можно дарить ее как пасхальный подарок. Во. Держи, картинки. Да. Вот, здесь тут веревочки. Еще веревочка тебе? Ой, ну смотри, сразу яйцо у котик. Да. Ой. Что там котик? Интересно тогда? Давай доставать будем его, да, из этой обвёртки. Ой, подставка, это же что-то откололось у нас. Что-то подставка. Да, немножко уже лопнула, что-то мне плохо несли. Ну, внутри желтая капсула, как обычно. Ну, посмотри. Ну, вообще, Макс, еще больше, чем тяжелое что-то. Пока. А, давай сейчас. Открыть? Ну смотри, какая фигурка. Видишь? Видишь всю вторую часть яйца? О, черепашки. Нам попался Микеланджело. Угу. Добрый. Давай собирай. Это панцирь. Прицепился? Вот это на грудке. Где грудка у него? Томми. Да, вот так. Цепляется? Видишь как? Вот это надо. Сможешь? Одел? Класс, молодец. Теперь что следующее? Ножки, ножки теперь. Не, зайка, ножки у тебя есть ножки? Вот. Вот ножки. Да, вот так. Да, да, вот, вот эту пипочку туда, да. Вот так, одевай. Давай, я помогу тебе. Вот ты ж одел уже, вот ты ж одел уже, смотри. И одевай вот сюда, ему, на спинку. Переверни только пальцы, переверни, он рвет. Да, вот так. Вот видишь, дырочки есть? Смотри. Да, вот эти дырочки, кот, смотри, надо вот сюда поставить их. Вот сюда. А это он будет на место. Классная фигурка, котя. Фигурка супер-пупер. Давай, какие у него еще есть инструменты? Ты это не все дал. У него есть еще что? Любимое оружие у Микеланджело — это нунчаки. Можешь взять картинку и посмотреть, Зайка, что такое. А, видишь, он еще стреляет. У него такие звезды есть стреляющие. А еще есть у него? Ниндзя, он ниндзя стреляет. Ниндзя. Вот это надо наклеить сюда. У нашей ниндзя-черепахи в комплекте есть два метательных диска и устройство для того, чтобы их запускать.